В Жамбылской области перевернулся междугородний автобус. Это произошло на трассе Алматы-Шымкент, примерно в 20 километрах от Тараза. По предварительным данным местной полицейской службы, водитель не справился с управлением. В автобусе находились 49 пассажиров, 30 из них пострадали. Их доставили в больницу города Тараза. Восьмерых пострадавших госпитализировали. Ну а позже стало известно, что от полученных травм в больнице скончалась 20-летняя девушка. Одна из пассажирок сейчас находится в реанимационном отделении с политравмой черепно-мозговой травмы и травмы конечностей. 7 человек находится в отделении, всем оказана уже необходимая помощь, состояние стабилизируется у всех. За рулем находился водитель 79-го года по повреждению. Свою вину признает о том, что значит не справился с рулем управлением. Дорога была открытая, ясная погода. Там, значит, на этом участке дороги имеется освещение полностью. Единственное, скорее всего, превышение скорости. Ну, сейчас вот следственные мероприятия, уже экспертиза, все это определит и степень вины, и причину. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование в Джамбульском РОВД.